Пешеходов тоже начнут штрафовать. Депутаты Госдумы хотят ввести обязательную медэкспертизу на употребление алкоголя для тех, кто будет заподозрен в распитии спиртных напитков. Причем неважно, автолюбитель это или пешеход. Отказавшихся от освидетельствования ждет штраф. Подробности в обзорном материале программы. Вести здоровый образ жизни призывает работников системы здравоохранения новый кодекс этики. Свод рекомендаций разработан Минздравом и уточняет нормы законов и правила для медицинских сотрудников. Согласно кодексу чести, врачи и медсестры не имеют права публично оскорблять своих коллег и обсуждать их работу при пациентах и их родственниках. Кроме того, медикам нельзя рекламировать свою профессиональную деятельность. Нужно пропагандировать здоровый образ жизни и быть в этом примером для окружающих. Несоблюдение норм персоналом будет расценено как отягчающий признак. Нарушителя может ждать гражданско-правовая ответственность. Штифт Брайля появится на упаковках лекарств и в их инструкциях. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому специальным шрифтом для слепых будут написаны наименование препарата, дата выпуска, срок годности, а также способ применения и дозировка. Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2017 года. Шрифт для слабовидящих граждан не будут наносить на инъекционные растворы и ветеринарные препараты. В Госдуме предлагают еще один законопроект. Народные избранники хотят ввести штраф для пешеходов, которые отказались пройти медосвидетельствование на алкоголь. Согласно поправкам, полицейские смогут доставить на экспертизу любого человека, которого заподозрят в распитии спиртного в общественном месте. Если гражданин откажется, его ждет штраф от 4 до 5 тысяч рублей или арест на 15 суток. В документе также прописаны нормы, по которым будут проводить освидетельствование на наркотики при поступлении на работу у тех лиц, чья профессия связана с управлением транспортным средством или предполагает ношение оружия. Рассматривать законопроект сегодня депутаты Госдумы не стали, отложив его на неопределенное время.